Награды не обижу. Посмотрим по обстоятельствам. Спасибо за мою тачку. Да не за что. Почему ты раньше не хотела работать на Дакоту? Не люблю я фиксеров. Те же сутенеры, только сфера немного другая. О, как? Я хочу сама решать, на кого мне работать и за сколько. А когда работаешь на себя, не нужно отстегивать фиксеру львиную долю своих кровных. Но для Дакоты ты сделала исключение. Надеюсь, первое и последнее. Чем моя сестра? Дакота, как просила. Вот тебе и Ристанер. Сестра. Не свисти, поняла? Я тебе не сестра. Скажи, что мне сделать, и будем в расчете. Ну, вижу, вы найдете общий язык. Спасибо за все, Ви. Надеюсь, и я тебе однажды пригожусь. Только смотри, чтобы она тебе денег не зажала. Хм, Ви не о чем беспокоиться. Спасибо. Приятно иметь с тобой дело. Я слушаю.
Причина выстрела неизвестна. Девочки, умницы.
Да. Не останавливайся. Клочья разорву. Откуда? После таких заказов я говорю себе, как хорошо, что у меня есть Ви. Продолжай в том же духе. Закрываю заказ. Интересно. А это что? The NCPD advises those traveling beyond official.
Что у тебя в ассортименте? Столько всего. Может, что-то посоветуешь? Ага, купи. Все. Ладно, я все-таки скажу. Чем торгуешь? Всем, что видишь.
Мне бы взбодриться. Хромантикора есть? Зачем эту бормотуху, душа моя? Она ж бывает в темноте светится. Не пей эту отраву, возьми лучше спанки-манки. Всяко приятнее, чем... Слышь, ты чего там подвис? Пардон, мадам, минутку. Брэд! Эй, Брэд! Слушай, ты не выручишь. У меня тут с местными напряги. Поговорил бы с ними, кто авторитетный. Да можно и поговорить. Веди. Спасибо, подруга. Прошу за мной. Вы долбанулись! Лапы прочь от моего байка! Ты думал, мы пошутили? Это пока еще малая цена за измену. Да что же вы прицепились? Шенна приняла решение. Лучше бы за нее порадовались. Вот радость-то! Шлюха продалась корпоратам! Пусть знает, что мы думаем! А тебе чего надо? Это не твое дело! Корпоратская крыса? Спокойно. Я ссоры не ищу. Пока. Что происходит? Вот этот твой приятель уговорил сестру податься в зетотех. Она и пошла, и ручкой не махнула. А мы ж с ней с детства на улице, все вместе. Бухло из автоматов пиздили, до корпоратов доебывались. Такая жизнь была. А теперь Шена перешла на их сторону. Продажная шлюха. Вы себя-то слышите? Думаете, если грабите бедных людей вроде меня, то делаете что-то хорошее? Шенна наконец-то повзрослела. И вам пора. То есть вы грабите уличного торговца, чтобы отомстить корпоратам? Оригинально. Ну-ка, отвалите от него. А то что? А то дам в морду, кости переломаю. Ну, или просто застрелю. Вариантов много. Раз ты так заботишься об этой крысе, можем вас обоих вместе уебать. Эй, Брэд, а это не та тёлка, про которую все говорят? Ну, которую замочили, она встала и пошла. Знаешь, сколько она народу уже положила? И притом в одиночку. Чёрт, она у нас на хвосте? Совсем с ума посходили. А если между нами? Ты правда рад, что твоя сестра работает в зетотехе? Да я понимаю, о чем ты. Корпорации нас угнетают. Загоняют людей в рабство. Так ведь люди говорят. Только вот у тех, кто в корпорации, всегда есть еда на столе. И полный карман. Мне и Шене этого достаточно. Она ведь на нейростимуляторах живет. Не боишься за нее? Даром ничего не бывает. Надо пахать. Сам себя не обеспечишь, никто не поможет. Ну, с этим уж не поспоришь. С этими разобрались. Ты как, ничего? Кто, я? Да лучше всех. Эти только глотки драть умеют. Лучше про работу какую нашли. Паразиты. Хорошо, хоть Шена теперь пристроена. Еще никто в нашей семье не забирался так высоко. Ты это... Заходи, как будет минутка. Хорошую скидку дам. Тебе положено. Договорились. Спасибо. Здесь не так. Что у тебя есть? Стволы любого калибра. Полюбуйся.
Долбаные импланты! Вылезай! Я тебя... Что такое-то?
Один парень хочет побыстрее свалить из города, иначе его здесь и похоронят. Нужен приличный водитель, который не обосрется, если надо будет давать по газам. Как тебе задача? Глянь письмо. 6-я улица. Терпеть их не могу. Все такие охрененные патриоты, а на самом деле тупое быдло. Они в спину людям стреляли, тем, кто пытался убежать. Жалко, что Бога нет. Знаешь такого из Ветхого Завета, чтобы спалил их всех или утопил нахер. Thank you.
жесткач, как на гребаной скотобойне. А это что? Эй, вот это твой приятель, да? Вроде жив. Что сказать? Мудакам всегда везет. Эй, ты меня слышишь? Что? О, черт! Шестая улица! Они... Знаю, знаю. Ты Флавио? Да. Забери. Забери меня скорее отсюда. Что за херня тут случилась? Ты должен был сидеть тихо и не отсвечивать. Ну, я... Я хотел попрощаться с Найт-Сити. Понимаешь... Позвонил, заказал кокс, да. Девочек. Не останавливайся. И ты что думал, что никто не узнает? Никто не обратит внимания, что ты свез сюда целый бордель? Окей, окей, облажался, я признаю. Какая уже хрен разница, валить надо. Думаешь? Ну ладно, пошли. В гараже стоит тачка. Отведи меня туда. Координаты есть? Есть. Блин, хотела тянуться напоследок. Не нуди, ты, по крайней мере, жив, в отличие от девочек. А клиент где? Сзади кровью истекает. Плохо. Если помрет, мне не заплатят. Не мои проблемы. Я свое дело сделала. Отвезем тебя к Риперу. Тут рядом несколько минут. Выдержишь? О, а есть варианты? Вот это я понимаю, профессиональная работа. Флавио мне теперь каждые 10 минут напоминает, какая ты невъебенно крутая. Думаю, эта похвала вполне заслужена. Наемники вроде тебя редкий вид. Заказ закрыт, деньги я тебе уже перекинул. И сведения, которые дала нам Акада, очень пригодились. Кроме того, я и сам кое-что узнал. Надо встретиться. Где на этот раз? На заводе по утилизации отходов? На заброшенной станции моста? На уличном рынке, в южной части Джапантауна. Он на пешеходном мосту над улицей. Поднимись на лифте. Там легко потеряться. Я сейчас иду туда. Не заставляй меня ждать.
Mm-hmm.